На 2019 год те, кто уже был не первый раз на праздниках, знают, что детей удивить все сложнее и сложнее. А это означает, что необходимо добавить еще каких-то фишек в свою программу. Итак, насчет фишек в программу. Что добавляю я? Еще в далеком 2011 году, даже может быть раньше, я с собой возил помимо себя и костюма, реквизита для детей, шариков для моделирования, еще и колонку, которая у меня озвучила весь мой праздник. Помимо этого, я брал с собой световой прибор. К счастью или к сожалению, на 2019 год многие аниматоры катаются до сих пор с флешкой, с диском или с громкоговорителем. Но это совсем не дело. Я думаю, что на 2019 год уже необходимо кататься как минимум с нормальной аппаратурой, световым прибором, прикольными фотозонами, забавным реквизитом. Мыло! Много мыла! И помимо всего этого, современно и технологично. А если ко всему этому добавить еще красивый костюм, хорошую подачу, а самое главное, подводки к играм, которые очень необходимы многим аниматорам. Давайте повторим, друзья, что мы берем с собой на детский день рождения в 2019 году. Нет, это не флешка, это не диск. И если даже вы частник, то не сбивайте цену праздничным агентствам, которые, в принципе, работают по другим условиям. Если не работают по этим же условиям, тогда сбивайте. Ну их нахер. Беспроводная колонка, которая держит заряд аккумулятора минимум 5-6 часов. Планшет, который работает, опять же, без проводов. Генератор с мыльными пузырями, реквизит для игр и фотозону. Вот эти пункты мы берем с собой обязательно. Далее, чтобы праздник получился крутым, разбейте это все по блокам. Блоки – это самый лучший вариант проведения мероприятия. Если вы сделаете первый блок знакомства и игр без реквизита, а только словесные будут у вас игры, то у вас хорошо может подводками зайти игры с реквизитом. Вы можете любую игру объявить так для детей, чтобы они могли плавно перейти по вашей легенде к этому реквизиту. После этого вы переходите плавно к третьему, допустим, блоку, или четвертому, или к пятому, смотря кто как их делит. Тут всегда по-разному. Это школа у зайца. Здесь воспитываются аниматоры. Воспитываются максимально бесплатно, насколько это возможно. А только потом мы уже с вами будем договариваться, чем я могу вам помочь. От раскрутки SMM до качественного проведения организации мероприятия. Аниматоры, здравствуйте.